27 марта свой профессиональный праздник отмечает Российская национальная гвардия. 3 года назад по указу президента страны Владимира Путина внутренние войска перешли в новую федеральную службу войск Национальной гвардии. В ее ряды вошли такие части спецназа, как МВД, СОБР и ОМОН. Новое ведомство унаследовало традиции внутренних войск и форму. Красно-белые тельняшки и краповые береты спецназа. Росгвардейцы охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность на гособъектов. Важное направление противодействия террористической угрозе. С профессиональным праздником росгвардейцев поздравил президент России Владимир Путин. Вы на переднем крае в борьбе с такими угрозами, как терроризм и экстремизм, организованная преступность. На вас лежит огромная ответственность за порядок при проведении массовых мероприятий, за надежное прикрытие ключевых объектов промышленности и инфраструктуры, организацию четкого контроля в столь значимой сфере, как оборот оружия. Хочу подчеркнуть, бойцы и командиры, личный состав Национальной гвардии России всегда с честью выполняют полученный приказ, обеспечивая безопасность наших граждан, общество и государство действуют мужественно, умело и результативно.